Только дело до алкоголя, тут же нарисовались. Сколько у нас стаканов? А где флаг? Вот, да, вот так флаг. Ты уже видео снимаешь? Давно. А что ты снимаешь? Мы еще не открылись. Куда встанете? Сюда, сюда? Да, вот сюда. Сперва за пустые стаканы вот так снимем. В серединке. Где флаг наш? Вот флаг, давайте. Так. Как нам я буду так лежать? Сзади, спереди. Вниз. Открывай. Только встань так, чтобы струя на солнышке была. Вот так, да. Тебя? Да, и в меня. Можно все? В меня? Скажешь? Давай. Все, с открытием, ребята. И с наступающим Новым годом! Мне просто штраф понюхать совсем, вот прям вот постоянно. Вот здесь. Пробка туда улетела. Это Новый год в Иерусалиме. Да. Чуть-чуть. Надо же. Надо же, представляете? Без снега. Да ладно! Можно мне сказать? Курмитты достар, жанжо кутты болсын. А теперь переведи на иврит. На иврит? А иврит, а на русский. Ох, мы получим перевод. А на иврите как будет? За историческую встречу в Иерусалиме казахского землячества. Да? И с наступающим Новым годом. Салют. А куда я вот это девать? Ну, мы сейчас отдохнем. Это народу много, а бутылочек разливай, который обычно наливаешь, там хватает, на второй раз разводит, прям столько осталось. Надо вот, парни стоят без... Вы что, не пьете? А почему? Во-первых, мусульмане. Ребята, что такое, да? Мусульманам нельзя пить. Во-вторых, они после молитвы, после молитвы же. Чуть-чуть. Слышь, алкаш, тебя еще нас домой везти. Вот я поэтому сказал чуть-чуть. Алкаш, антисемит. Так, еще кому? Все, я не хочу. Спасибо. Нет такого, мне надо бутылку 30 копеек отбить. Давай. Ого, это очень доливай. Вот. Иришки. Давайте. Нельзя переливать. Почему? Я так решил. Примета плохая. Мое счастье. Саня, это видео надо выложить.